девочки такие симпатичные. Я вижу тебя и начинаю кончать литрами. А вы такие хитрые, будто мы не кончим. Тут ваши два легко считать, и я не тут, короче. Я тебя никому не отдам. Ты моя подруга, бэби, моя мадам. Я приеду за тобою, увезу тебя с собою. Ты мой героин, и то, что я наркоман. Я тебя никому не отдам. Ты моя девчонка, бэб, а я твой пацан. Ты моя подруга, бэби, моя будущая леди. Ты мой героин, и то, что я наркоман. Такая тёлка на тебя, на тебя кинет взгляд и плюнет. Смотри, как она сигарету в рот берет и курит. Она себя ведет, как проститутка, но со стилем. Она тебя зовет, ты к ней бежишь, как песик мигом. Махнет она своей рукой, ее отвозят в Сочи. Она может позволить все себе то, что захочет. Путешествие, коса, люкс на корабле. Она загорает свои бусы на песке. А ты непонятно, где она, когда и с кем. Почему она ему дается без проблем? Все очень просто, она обожает русский рэп. Она любит рэперов, а я читаю круче всех. Я тебя никому не отдам. Ты моя подруга, бэби, моя мадам. Я приеду за тобою, увезу тебя с собою. Ты мой героин, и то, что я наркоман. Я тебя никому не отдам. Ты моя девчонка, бэб, а я твой пацан. Ты моя подруга, бэби, моя будущая леди. Ты мой героин, и то, что я наркоман. Она по мне скучает, звонит, меня ждет и любит. О мне заботится, когда я с ней она кайфует. Подмоется, накрасится, ага, и снимет свитер. И вытворяет вещи таких.